Друзья, приветствую вас на своем канале Mike RC. Сегодня хочу рассказать немножко и показать модель вертолета VLTUS V931. Модель шестиканальная, то есть где выполняет все фигуры пилотажа. Ее особенностью является трехлопастной копийный винт. Честно говоря, я думал, что это будет самое слабое место этой модели, когда покупал ее. Но, как оказалось, модель очень прочная. За все время эксплуатации один раз я менял вал основного ротора, он согнулся, а весь механизм перекоса остался целый. Модель выпускается довольно давно, пользуется заслуженной популярностью в связи с тем, что у нее есть режим полета 6G, так называемый. Это стабилизированный режим, когда опускаешь стики управления, вертолет практически зависает на месте. Достигается это применением акселерометров в системе стабилизации. При выходе из этого режима акселерометры отключаются, и можно уже тогда пользоваться переменным шагом и крутить все фигуры. Так вот, в режиме 6G этот вертолет можно использовать как тренер, даже вместо симулятора, настолько просто им управлять, настолько он стабилен. Давайте посмотрим. К сожалению, кроме флипов, я пока что больше ничего не научился делать. Ай-яй-яй, сел аккумулятор. Это просто отлетела кабина, больше ничего. Старый аккумулятор быстро сел, поэтому неудачно его посадил. А так все целое полностью, просто слетела кабина. То есть можно сейчас поменять аккумулятор и летать дальше. Вот кабина здесь не очень удобно, конечно, ставится на магнитиках. Ну ладно, дома я посмотрю, тут она немножечко треснула. О, как неудачно телефон зазвонил. Ну что, с вами был Mike RC. Всего доброго. Если понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Oh,